Здравствуйте! В эфире новости, в студии Олеся Львова. В начале выпуска короткое в главных темах. Нужно просто поменять парк. Простые решения сложных проблем. Юрий Трутнев обсудил судьбу авиакомпании «Аврора» и другие вопросы с островными властями. Это больше. У нас было 44 квадрата, это 53. Сырость и холод остались в прошлом. В Холмске 25 семей переехали из аварийных квартир в новые дома. Уже хочется похвастаться, что наш проект безопасного города входит в пятерку лучших по всей России. Пример для других регионов. Гости из Хабаровска высоко оценили цифровые проекты Сахалинской области. Если человек рисует, он все может сделать. Скульптор из села Правда. Житель Холмского района Владимир Манчук вылепил очередного символа года из снега и воды. Хорошее переступание, ножки пошире в посадке. Путевка в большой спорт в областном Кристалле. Продолжается набор детей в бесплатные секции. В районе сел Охотского и Стародубского взломало припай. Очевидцы сообщают о внушительных трещинах в ледяном насте. В Долинском районе любители зимней рыбалки решили уйти с припая на твердый берег. Спасатели и сотрудники госинспекции по маломерным судам подают сигналы людям. В ход идут дымовые шашки. В похожей ситуации оказались и рыбаки в Корсаковском районе. На припая недалеко от Охотского с утра 28 января вышло больше сотни человек. В то же время в региональном ГУ МЧС предупреждают, что выход на лед в ближайшие дни может быть смертельно опасен. Подобная обстановка сохранится на юге Сахалина как минимум до 30 января. На Сахалин с рабочим визитом прибыл зампред правительства России Юрий Трутнев. На островах полпред президента страны провел ряд поездок по островной столице и несколько совещаний. В частности, с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко они обсудили развитие единой дальневосточной авиакомпании, транспортную доступность региона и федерального округа, а также особый льготный режим для бизнеса на Курилах. Все подробности далее. Визит Юрия Трутнева на Сахалине стартовал с приятной ноты. Нескольким островитянам полпред президента лично вручил награды за помощь в ликвидации последствий ледяного дождя, который обрушился в минувшем году на Приморье. Сразу после стартовали совещания. Одно из первых посвятили транспортной доступности региона в частности и Дальнего Востока в целом. «Авроре», например, помогут с обновлением парка самолетов. Нужно просто поменять парк, сделать его однотипным для того, чтобы было хорошо организовано обслуживание, сделать его новым, надежным. Вот эта работа тоже в правительстве будет продолжаться. Следующий повод для обсуждения – развитие островов Курильской гряды и их особый налоговый статус. Юрий Трутнев анонсировал дополнительную помощь бизнесу, который зайдет на Курилы в статусе инвестора. Например, у нас есть разработанный по поручению Владимира Владимировича Путина инструмент «Инвестквот». Он уже себя на Дальнем Востоке очень надежно, так скажем, доказал свою эффективность. Он строится заводы рыбоперерабатывающие, строятся суда, мы его включим для этого режима. То есть мы тоже выделим квоты под строительство перерабатывающих мощностей на Курильских островах. Полпред также отметил, готовиться к встрече инвесторов нужно прямо сейчас. Законодательную базу для введения особого режима экономического развития на Курилах уже разработали. Осталось ее принять. В рамках совещания в правительстве области Юрий Трутнев назвал основные льготы для инвесторов промышленной отрасли на Курильских островах. Помимо освобождения от ряда налогов, бизнесу предложат сниженную ставку страховых взносов – 7,6%. Вместе с Министерством энергетики Российской Федерации мы разработали большую энергетическую программу. «Газпром» будет делать СПГ-генерацию, и в этой ситуации будет строиться специальное хранилище, чтобы туда перевозить СПГ. Значит, планируется 23, 24, 25 год, это будет 3 пусковых комплекса, соответственно, будут острова обеспечиваться газоснабжением. Поближе познакомился вице-премьер и с островной медициной. Полпред побывал в консультативно-диагностическом центре, который сегодня обрастает новыми корпусами. Уже сейчас удалось сократить время пребывания пациентов на обследовании. На полный осмотр уходит 4 часа. В такие показатели поверить на слово сложно. Поэтому Юрий Трутнев поручил областному Минздраву проработать аналитический доклад. Насколько конкурентна сахалинская медицина в сравнении с зарубежными, например, южнокорейской. Презентовали зампреду правительства России и новый стационар при КДЦ. В нем пациентам надо будет задержаться всего на сутки. За это время они пройдут необходимые исследования и даже лечение. Заложены операционные, 2 большие операционные под современные требования. Здесь даже также будут проходить наши чекапы уже в новых стенах. И мы рассчитали, что порядка где-то 300-350 человек в сутки мы можем здесь обследовать.
Визит Юрия Трутнева на Сахалин стартовал в четверг и продолжался всю пятницу. За это время полпред вместе с руководством островного региона провел еще несколько важных совещаний, чтобы совместными усилиями определить пути развития региона. Даниил Паршуков, Мария Кондиус, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Также Сахалин посетил и заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. В областной прокуратуре представитель ведомства провел расширенное заседание. В работе коллегии также участвовал председатель правительства области Алексей Белик и руководители органов правоохраны. Мы с вами видим, что ситуация вот за пределами нашей страны не до конца стабильна. В Казахстане уже в этом году мы наблюдали массовые беспорядки, которые повлекли за собой нападение на мирных граждан, на сотрудников правоохранительных органов. И мы с вами понимаем, что необходимо на постоянной основе не просто мониторить ситуацию, а принимать согласованные превентивные меры по недопущению экстремистских проявлений в обществе. Заместитель генерального прокурора поставил задачу по пресечению фактов коррупции и дальнейшему надзорному сопровождению национальных проектов, а именно развитие инфраструктуры на Курильских островах. Кроме того, Дмитрий Демешин поручил усилить контроль за жилищно-коммунальной сферой и сферой оплаты труда, так как до сих пор многие предприятия банкроты имеют задолженности перед бывшими работниками. А в Холмске новоселье отметили 25 семей, ранее проживавших в аварийном жилфонде. Для них построили пятиэтажный дом на улице Советской. Ключи от квартир сахалинцы получили в торжественной обстановке. Их новоселам вручили мэр муниципального образования Дмитрий Любчинов и первый замминистра строительства Татьяна Стаценко. Кристина Ким присоединилась к поздравлениям. 64 тысячи квадратных метров жилья, ровно столько до недавнего времени было признано аварийным в Холмске, сейчас уже меньше. Дом по улице Советской расселили, жители жаловались на холод, сырость и протекание крыши. Теперь такие проблемы позади, несколько семей переехали в новые квартиры по соседству. Пятиэтажка принимает 25 семей, переехавшие сразу с четырех разных домов. Холмчане теперь соседи. Жить намерены дружно, ругаться нет причин, бытовые условия теперь лучше некуда. Дочь больше радуется, чем я, потому что у нас действительно дом признали аварийным, запах там с подвала идет, поэтому я хочу последние годики дожить в новой хорошей квартире. Блестящие ключи, как проводник в новую жизнь, вручили их мэр района и заместитель министра строительства. Радость новоселы не скрывают, им хочется побыстрее зайти уже в собственные квартиры. Свежий ремонт в светлых оттенках понравился семье Натальи Кураковой. Многодетная мама пришла со старшими сыновьями, дома остались ждать еще две дочки. Хозяйка уже решила, где будет спальня детей. Кухня просторная. У нас, где мы жили до этого, была поменьше, конечно. Дети всегда со мной, уроки делаем в кухне всегда. Все. А здесь отлично. Можно и стол большой поставить. То есть простор очень хорошо, очень хорошая квартира. А по площади уступает это? Или... Это больше. У нас было 44 квадрата, а это 53. В каждой квартире натяжные потолки, поклеены обои, уложен линолеум, установлены двери и окна. Санузел оснащен бойлером, перебои с водой больше не страшны. В общей сложности на строительство дома понадобилось около 120 миллионов рублей и 2 года. С учетом пандемии в прошлом году мы немножко притормозились, мы чуть-чуть опоздали, если честно. Но в этом году мы быстро очень его достроили ударными темпами. Издали. В прошлом году в районе переселили около 300 человек. В 2022-м Холмск не собирается отставать от старых показателей. В плане обеспечить квартирами больше 1500 человек. В этом году мы также планируем еще расселить 196 квартир по улице 60 лет Октября. В ближайшие месяца это произойдет. В этом году мы начинаем строительство еще дома порядка 1800 квадратных метров. Всего на Сахалине в новом году расселят 128 тысяч квадратов, а это значит, что более 5 тысяч человек получат качественное жилье. Кристина Ким, Максим Чернобровкин, телекомпания ОТВ. Делегация из Хабаровска прилетела на Сахалин, чтобы перенять опыт в реализации проекта «Безопасный город» и увидеть работу Центра региональной цифровой трансформации. На протяжении 2 дней гости изучали проекты, а также поделились своими практиками, которые хорошо показали себя на территории Хабаровского края. Анастасия Маслова продолжит тему.
Перенять опыт цифровизации с такой целью на Сахалин прилетела делегация из Хабаровска. На протяжении двух дней гостям рассказывали о достижениях. Местные специалисты продемонстрировали работу интерактивной карты, где в режиме реального времени можно отследить сразу несколько направлений. Начиная от несанкционированных свалок, заканчивая расчисткой города. Интересно, как у нас организована работа, в принципе. Ну, потому что у нас есть там некие такие ноу-хау, которые в регионах, ну, скажем так, не везде применяются. Вот. Мы ничего не скрываем, там всеми наработками делимся, рассказываем, как сделать работу более эффективной. Вот. Это первая часть. Вторая часть, конечно, это технологическая. То есть им интересны наши проекты, им интересны безопасный город, ситуационный центр, те проекты, которые мы делаем с беспилотными летательными аппаратами. Сахалинский проект «Безопасный город» входит в пятерку лучших по России. Подобную практику планируют запустить и в других регионах страны. Наша система состоит из множества подсистем, в том числе видеонаблюдения. У нас только порядка 6 категорий направлений видеонаблюдения. У нас вся территория Сахалинской области, ни один человек не может попасть на территорию Сахалинской области, при этом не будучи зафиксирован на биометрической системе распознавания лиц, ну, что очень положительно сказывается на раскрытии преступности в нашем регионе. Специалисты из Хабаровска высоко оценили достижения региона в разработке новых практик. Отметили также успех единой карты сахалинца, которая хорошо себя показала среди островитян. В свою очередь, Сахалин тоже может принять некоторый опыт хабаровчан. У нас есть уникальный проект на покрытие автомобильной дороги в 350 километров, где нет никакой инфраструктуры, нет электропитания, нет соответствующих возможностей подключения к радиосети. Соответственно, они полностью работают у нас на альтернативных источниках питания. На этом обмен опытом не заканчивается. В планах специалистов дистанционное общение по самым разным вопросам. Анастасия Маслова, Максим Чернобровкин, телекомпания ОТВ. Покрытые снегом газоны – не повод нарушать правила парковки. На территорию зеленой зоны машины нельзя ставить, в том числе и зимой. Об этом напоминает администрация областного центра. С начала этого года уже поступило более 200 обращений граждан, в которых они сообщают о нерадивых автолюбителях. Сотрудники Департамента общественной безопасности и контроля Южно-Сахалинска ежедневно проводят мониторинг с использованием средств фиксации нарушений. При наличии бордюрного камня, разделяющего проезжую часть от газона, лица, совершившие административное правонарушение, будут привлечены к административной ответственности по статье 21.4 закона Сахалинской области. С начала года через портал Сахалин онлайн поступило 250 обращений. Наиболее проблемные адреса – это больничная 59, Комсомольская 279А и крайняя 30. За впервые совершенное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан до 4000 рублей, на должностных лиц в 10 раз больше. За повторные санкции ужесточаются. На Сахалине приступили к вакцинации от коронавируса несовершеннолетних. Дети от 12 до 17 лет могут бесплатно получить прививку, которая в случае заражения значительно снизит симптомы и последствия заболевания. О препарате, рисках и способах записи нам рассказала врач-педиатр детской поликлиники Южно-Сахалинска Наталья Зорина. Запись беседы смотрите далее в рубрике «Гость студии». Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим о детской вакцинации. У нас в области появилась вакцина от коронавируса. Приходят ли родители сейчас уже прививать своих детишек? Конечно. Мы получили вакцину в понедельник, 24 января, 480 доз. И сразу начали активно приглашать всех родителей и детей на вакцинацию. Уже привито нами 14 детей. Это хороший показатель, учитывая, что впервые мы вакцинируем именно детей от коронавируса? Я думаю, что да. С каждым днем у нас растет число желающих и число привитых. А куда нужно обращаться родителям и с какими документами, если они все-таки хотят привить своего ребенка? Вариантов несколько. Родители могут написать заявление в школе, и департамент образования передаст эти заявления нам. И мы уже будем обзванивать родителей и приглашать их к нам на вакцинацию в любое удобное для них время. Также можно позвонить в регистратуру поликлиники по телефону 510-400-510-401, стандартные телефоны наши, и записаться на вакцинацию. Также можно будет заполнить это заявление на месте. 480 доз – это для Южно-Сахалинска много, мало? Я считаю, что это только начало. Угу. Давайте с вами поговорим непосредственно о самой вакцине. Мы знаем, что взрослые по-разному переносят прививку. Для детей это какое-то упрощенное, более легкое вещество? Да, вакцина Гамковид-Вак, спутник М, она по своему составу такая же, как и взрослая вакцина спутник Ви.
но содержание ее активных компонентов в разы, в 5 раз ниже, чем во взрослой вакцине. Соответственно, вакцина адаптирована и безопасна для детей данной категории с 12 до 17 лет включительно. Какие-то профилактические, скажем так, рекомендации есть в этом плане перед прививкой, после вакцины непосредственно? Там, может быть, не кушать или какие-то ограничения, диету нужно соблюдать? Нужно жить обычной жизнью. В принципе, никаких таких особых рекомендаций нет. Единственное, что ребенок не должен находиться в стадии острого инфекционного заболевания либо обострения хронического. Необходимо подождать 2-4 недели после нормализации состояния. И тогда можно вакцинироваться. Угу. Еще необходимо учитывать вакцинальный анамнез, то есть чтобы ребенок не был привит в течение месяца. Какие-то побочные эффекты могут быть от этой вакцины? И вот так как уже несколько дней идет вакцинация, обращались ли родители с ухудшением здоровья детей, уже вакцинированных? Угу. Побочные реакции могут быть такие же, как и на введение любой другой вакцины. Это гриппоподобный синдром. Озноб, слабость, боль в мышцах, суставах, недомогание и местная реакция, проявляющаяся в виде боли вместе инъекции. В принципе, у нас 14 человек привито, и никаких особых побочных действий не наблюдалось. Если все-таки у ребенка будут вот эти побочные явления, да, симптомы гриппа, что нужно родителям в первую очередь предпринять? Если все-таки побочные какие-то реакции возникнут, врач-иммунолог, который направляет на вакцинацию, естественно, все это рассказывает и предупреждает, и говорит, что делать. Ну, чтобы родители знали, используем жаропонижающие средства при температуре 37,5-38 градусов тоже можно использовать. И если болевой синдром вместе инъекции сильно выражен, можно использовать антигистаминные лекарственные средства. Как правило, реакция проходит в течение 1-3 дней. Болевая реакция вместе укола может наблюдаться до недели. То есть, ну, это может быть. Не нужно этого бояться. Все-таки препарат новый. Могут ли быть какие-то опасения по ухудшению здоровья? Вот именно не симптомов гриппа, а вот состоянию, в принципе, здоровья. Может ли как-то это повлиять? Я думаю, что нет, потому что все-таки испытания клинически проводились. Препарат вызывает иммунитет. Вы сказали, что мы сейчас прививаем детей от 12 до 17 лет. С какой возрастной категории ребенок может сам принимать решение о том, что он хочет привиться? Вообще дети самостоятельно могут подписывать информированное добровольное согласие с 15 лет. Но так как вакцина новая, такое решение все-таки они должны принимать совместно с родителями. И заявление на вакцинацию подписывает именно законный представитель. Очереди, я так понимаю, на сегодняшний день нет, то есть если родители захотели, они обратились и в ближайшее время они уже привили ребенка, правильно? Да, то есть мы создали специальное расписание, где будет проводиться вакцинация и записываем дозированно по времени. Но если кто-то обратится в поликлинику и захочет вакцинироваться немедленно, скажем так, все это можно, все заявления согласия заполнить на месте и привить ребенка тут же. Наталья Владимировна, спасибо вам большое за интересную беседу, что посетили нашу студию. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашем выпуске. Если человек рисует, он все может сделать. Скульптор из села Правда, житель Холмского района Владимир Манчук вылепил очередного символа года из снега и воды. Хорошее переступание, ножки пошире в посадке. Путевка в большой спорт в областном Кристалле, продолжается набор детей в бесплатные секции. В Южно-Сахалинске прошла 28-я конференция региональной партии «Единая Россия». Делегаты со всего острова подвели итоги работы за прошедшие 5 лет. Период оказался непростой. Основной упор сделали на социальную сферу и волонтерство в период пандемии. Партия «Единая Россия» показала себя при плохой ситуации с ковидом. Очень было много волонтеров, разносили людям продукты питания на дом, помогали врачам, в том числе доставки врачей до пациентов. То есть партия «Единая Россия» поставила плечо в этот трудный период времени. Для меня самое главное, что все наказы, обращения, инициативы, чаяния и боль людей мы пропускали, аккумулировали на партийных дискуссионных площадках, на площадках партийных проектов, на площадках фракции «Единой России». Мы получили большое количество наказов, вопросов, и многие у нас поступили сразу в работу муниципальных образований, потому что львиная доля, конечно,
наказов и просьб идет с местного уровня. Партия продолжит работу в социальном направлении. Это не только волонтерство, но и благоустройство дворовых территорий, спортивных зон и помощь нуждающимся. Также на конференции отметили, что депутатам необходимо чаще проводить приемы населения для создания плана дальнейшей работы. Житель сахалинского села «Правда» Владимир Манчук после циклона слепил снежную фигуру тигра. Скульптура получилась довольно реалистичной. Мастеру удалось создать текстуру, имитирующую пушистую шерсть зверя. В лапах хищника он разместил добычу – кабана. Каждый день Сахалин встречает гостей. Желающие сделать фото приезжают из всех южных районов острова. Кристина Ким узнала, сколько ушло времени и снега на создание фигуры. Зимой заснеженная клумба Владимира Манчука превращается в пьедестал для его скульптур. Уже 7 лет подряд сахалинец лепит из снега и льда фигуры. Сначала это были герои мультфильмов, а после пришла идея радовать семью символами года. 2015 был декадой козы. По китайскому календарю мастер создал фигуру животного и даже не думал, что зимняя скульптура привлечет так много внимания. Рисую хорошо, поэтому, а если человек рисует, он все может сделать. Главное рисовать уметь. А у меня в детстве, у меня в семье многие очень хорошо рисуют. И дочь у меня хорошо рисует. Так что талант идет еще, и дед у меня был столяром. Поэтому у меня все, как говорится, в крови. Сначала к Владимиру приходили односельчане, после о фигурах узнали в Хомске. А еще через время новость о чудо-скульпторе разлетелась по всему югу Сахалина. Каждый день Владимир Константинович встречает гостей из Южно-Сахалинска, Корсакова, Невельска и Хомска. Двор ремесленника открыт 24 часа в сутки. Даже калитку пришлось снести, чтобы сахалинцы смогли прийти посмотреть и сфотографироваться символом года, даже когда хозяина нет дома. Брать деньги за фото мужчина и не думает. На сердце хорошо от мысли, что его животные дарят людям улыбки. А приятные знакомства с гостями – бонус. Общение с ними вдохновляет творческую личность. Секретов по созданию своих шедевров он не держит. При желании рассказывает сахалинцам, как воплотить в жизнь любые задумки. Все начинается со снега и воды. Ингредиенты смешивает в тазу и из простого раствора делает форму будущей фигуры. А после начинается самая интересная работа – обтачивание и детализирование. Воды перетаскал и снега подчистил хорошо. А инструментами тут какими пользуетесь? Ну, у меня лопата еще, когда мешаю. Это вот железная. А потом уже, вот самое главное, топор. И ножовкой все это выпиливаю. В конце уже стамеска, это доводка уже. Выковыривание глаз, носа и так далее, ушей. Расписывать снежных животных Владимир обычной гуашью. На лепке работа не заканчивается, а длится каждый день до наступления весны. Мастер ухаживает за фигурой, подкрашивает, счищает упавший за день снег и наращивает растаявшие части. Когда солнечные дни, это каждый день. К вечеру, когда уже солнце садится, мороз начинается. И мы каждый день его опять заново так вот залепляем, чтобы он не осыпался. Видите, вот что творится. За 7 лет сахалинцы придумали примету – нужно потереть крыло, нос или лапу скульптуры, и счастье будет сопутствовать весь год. Однако мастер предупреждает – лучше трогать неокрашенные места, а то гуашь на руках еще долго будет напоминать о встрече с символом года. Кристина Ким, Максим Чернобровкин, телекомпания ОТВ. Первое в этом году торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» провели в областной библиотеке. 27 золотых. Такой рекорд поставили самые спортивные южно-сахалинцы. Как дети, так и взрослые. Я очень рад. Я буду каждый год буду идти на следующую ступень выше и выше. И я буду очень сильным, и дополнительно я еще занимаюсь футболом, баскетболом, чтобы я очень хорошо, и у меня ничего не заболело. Я для этого, для ГТО и готовился. В прошлом году перед нами стояла непростая задача по исполнению муниципального показателя. Мы довели до знака, впервые приступили к исполнению испытаний 1331 человек. Из них 50%, более 50% дошли до знака отличия. Всех желающих попробовать свои силы ждут в муниципальном центре тестирования ГТО «Спортивный город». Он находится по адресу Клубная, 21.
Тем временем в областной спортшколе «Кристалл» продолжают набирать детей в бесплатные секции по хоккею и тяжелой атлетике. Будущим чемпионам предоставляют весь необходимый спортивный инвентарь. С ними работают лучшие профессиональные тренеры. Занимаются мальчишки и девчонки в комфортных и современных условиях. В этом убедился и наш корреспондент Игорь Антипов. Клюшечка всегда на льду, у нас коленочка заносится за коленочку. Как с удобной, как с неудобной. Азами хоккейной техники с ребятами делится молодой тренер Андрей Оханьков. Особой тактике и маневренности его когда-то научил Егор Нургалиев из Анивского села Троицкое. В составе «Авангарда» рубился на знаменитом детском турнире «Спорт против подворотни». Затем дорос и до первого состава сахалинских «Акул», выпускавших челюсти на российском чемпионате МХЛ. На широкую уходим. Сильнее толкнулись. Прокат на одной ножке. С 4 лет, ну, ребенок только начал ходить, только начал общаться. Здесь его всего научат, обучат. И здесь нет каких-то контрольных нормативов для зачисления в группы. Они приходят сюда, мы с ними общаемся, мы с ними знакомимся. Находят со всеми общий язык наставники Константин Пятаков, Александр Скворцов, Никита Михалев. Занятия проходят на льду комплекса «Кристалл-2». Здесь раздевалки прямо с выходом на поле. Много просторных залов для проведения сухих тренировок. У новобранцев от 5 до 6 лет в первую очередь делают упор на развитие координационных навыков, гибкость и выносливость. Этот ритм когда-то еле выдерживал Александр Кукушкин, но юнец сумел перебороть минуты слабости. Если бы я вернулся назад, когда я начал заниматься, я бы ничего не менял. Потому что все получалось. И сначала не совсем, а потом уже начало. Нависай, ты к себе раскрылся. Желательно, конечно. Ждут пополнения и тяжелоатлеты. Принимают с 9 лет. Пахать придется много. Здесь толк в блинах знает ветеран спорта Олег Васильев. Выведет в профессионалы мастер спорта СССР Михаил Щербак. Регалии мужчины впечатляют. Чемпион Европы, обладатель 2 кубков мира, 9-кратный чемпион страны. Уделяем внимание, например, этому спортсмену больше на ноги внимание обратить. Этому спортсмену больше на спину, другому там больше на плечевой. Шестой сезон за атлетичным дедушкой подтягивается и его внук Вячеслав Дайновский. Юноша – многократный победитель областных первенств. В 20-м стал бронзовым призером всероссийского турнира. Надо следовать указаниям тренера, слушаться его, разминаться хорошо. Качественно делать упражнения. Уже 7-13 февраля островные штангисты выступят на первенстве России среди юношей и девушек до 15 лет. Крупный старт принимает подмосковный Чехов. Игорь Антипов, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Интерактивная сказка для самых маленьких в областном театре кукол. Большой концерт Сахалинской филармонии и, конечно, кинопремьеры. Как интересно и с пользой провести выходные, вам расскажет рубрика «Афиша» и ее ведущая Ксения Солобаева. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Впереди выходные, а это значит, что пора посвятить время себе. Для любителей необычного и эффектного могу предложить теннис на льду. Вам понадобится ракетка, сетка, мяч и коньки. Зачем так усложнять и без того сложный вид спорта, не знаю, но поклонников у него довольно много. Ну а чем еще занять себя в свободные деньки, расскажет рубрика «Афиша» и я, Ксения Солобаева. В Сахалинском театре кукол для самых маленьких зрителей покажут интерактивную сказку «Гуси-лебеди». Ребята отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые и сочные яблоки, и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком. 29 января на сцене «Октября» состоится большой концерт в честь празднования столетия Московской филармонии и филармонической деятельности в России. Это знаменательное событие отмечается в разных городах по всей стране. Островная область тоже присоединяется к праздничным мероприятиям. И в честь круглой даты Сахалинская филармония порадует зрителей яркой музыкальной программой, рассчитанной на вкус самого широкого круга зрителей. А для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии, телеканал ОТВ «Сахалин» покажет его в прямом эфире.
Соскучились по Мелу Гибсону? Тогда вперед в кинотеатры. Ведь там стартовал боевик «Вальдо». Фильм, основанный на одноименном криминально-мистическом романе, не оставит вас равнодушным. Частный детектив, расследуя убийство супруги эксцентричной звезды, обращается за помощью к бывшему полицейскому Чарли Вальдо, который после громкого скандала ушел со службы и поселился в лесу. Мистер Вальдо! Это убийство творит чудеса с рейтингами. 6 лимонов за эпизод, но эпизодов нужно где-то под сотню. Алистер Пинч нужен мне счастливым, здоровым и не в камере смертником. Текст. Хочу представить вам Чарли Вальдо, детектива, о котором мы говорили. Проведите выходные, используя для здоровья или для души. Главное, в гармонии с собой. С афишей вас знакомила Ксения Салабаева. До встречи!